Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас продолжение трешечка на английском сервере. Будем качать дальше. Хотел сказать Лаванику. Нет, Лаванику мы уже прокачали. Лазуликса. То есть ледяного феникса у нас на русском сервере. Вот такие вот у меня опять накопились плюшечки. Ну, в принципе, это не все. Не могу я пока все забрать, попозже дособираю, думаю, до атаки фортов я успею его докачать, чтобы он тоже был на максималочке уже. У нас сегодня опять дали топового пирата, немножко побегаем, посмотрим, какие шансы в пирате сейчас. Так. Поехали. Это мой Лазуликс. Это ремочный вариант. Разницу посмотрите. 5 и 17. Это просто жесть. Так, окей. Поехали. Но я скажу, камней надо дофига. Но оно того стоит, судя по тому, какая разница у огника. Это реально просто жесть. Но книг хоть есть куда книги теперь слить. И то их опять дают сундучку. Так, ну, в принципе, я потом докачаю. Хорошо. Поехали пробежимся по итемам, которые мы получили. Надо будет скоро пооткрывать карты уже. Давайте пооткрываем плюшки. Ну, неплохо лазуля падает здесь, конечно. Так. 28. Интересно, хватит, не хватит. 2700 уже первых сумок. Думаю, докачаю сегодня уже на максимум. Так, 50. Книги? Нет. Отсюда, кстати, тоже неплохо камни падают и книги. Как всегда, ребят. Под заказ, блин. Так, поехали. 21 попытка у нас есть. Добьем здесь и посмотрим, что там в пирате, какие шансы. Интересно посмотреть, такой ли же будет пират, как в прошлый раз. В прошлый раз реально пират удивил, мы на него слили где-то в районе 400к, может и больше. Так, ну вторая карта, это, конечно, не то, что хотелось бы здесь увидеть. Вчера был неплохой, увеличили уже все-таки шансы на распродаже, но на русском сервере опять же, ну, не увеличили шансы, а увеличили количество камней итемов практически в два раза. На русском сервере этого ждать не стоит. Так, ну, такое себе. У меня тут при лимите рибит. Так, окей, поехали, посмотрим, что тут еще есть такое интересное. Ну, давайте в аккумуляцию зайдем, посмотрим. На баге, как всегда. Так. 50 книг. 15 эмблемок. Не хватает. На эти книги они нам не нужны, по сути. Надо будет, наверное, заснять. Напишите, или хотите его видосик по выпадению итемов. Так, ну что мы получим? Сасквач, Бигфут, ну такое себе. Такое себе, честно говоря. Так, план for prizes не буду трогать. Это очень долго. Поехали на проспектора еще посмотрим, что там есть у нас. Так, ну let's go. Нифига себе, две Арктики, две тыквы.
два хранителя. Ну, как-то так, как светомузыка, смотрите, там мигает. Круто, чё? Прикольненько. Так, давайте еще разок. X2 как будто. Еще жесть. Это, конечно, прикольно. Давайте добьем и позабираем плюшки. Ложные сегодня и ложные падают артики и тыковки. Так, все. Забираем стирачка. Тут у нас 10 самов должно быть. Ничего себе. Так, окей. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Смотрите, 4 артики, 4 крона. Жесть, конечно. Так, что там у нас не забралось. Перелимиты, как видите, опять. А, так, с этим разобрались. Ну, поехали, попробуем пирата. Посмотрим хотя бы какой шанс. О, сюда уже седну впихнули. В принципе, неплохо. Это радует, то, что меняются награды. Ой, блин, там, наверное, у меня музычка громче, чем я. Вот я нубас. Ну, ничего страшного. Послушали хотя бы музычку. Надеюсь, меня тоже будет слышно. Так, поехали. Я вчера так бравлер сыграл. Ну, смотрите, неплохо. Радует этот пират. Пятые опять падают. Как обычно, придется кого-то слить. Потом перекачать, чтобы книги в него повливать. Так, забит. Так, опять у меня что-то остается. А, с пирата уже эти тоже копятся. Ну, просто жесть. Даже в пирата толком не поиграешь. Надо будет книги пооткрывать. А фри? Ничего себе, 10 осколков. Ну, я не знаю. Смотрите, здесь падает. Нифига себе. Шансы реально очень крутые на английском сервере. Возмускаешь и других. Например, русском. Смотрите, как седна падает. И коробки. Ну, реально класс. Не знаю, прошлый раз играл, понравилось. Я этот тоже смотрю, блин, ну, реально круто падает. Но это радует, что хотя бы для бездоната сюда запихивают неплохие итемы. Сумочки Овника тоже мы здесь выбивали. Ну, конечно, самым надо побольше. Так, отлично. Ну, седна падает, это радует. Коробки падают, но под коробки нам надо куча. Просто дофигища. Место. Неплохо, неплохо. Вот, мешочек Охника. В общем, шансы действительно очень хорошие. Это не то, что на русском сервере. Будет там пират, надо будет тоже попробовать поиграть. И четвертые сумки падают, и третья. Но вот это действительно кайфовый пират, которого реально стоит посливать. Самики, если они у вас есть. Ну, если, конечно же, вам не нужны там какие-то герои, потому что здесь и коллекционеры тоже топовые есть. Тут сделано все для людей. Так, окей. Смотрите, пятые сундуки просто через раз падают. Карты. Не знаю, можно наролить карт нормально. Открывать потом. Ну, идем так вкратце посмотрим. Так, у меня тут уже 20 итемов. Перелимита. Сейчас оно нам подсветит, что мы такого интересного вытащили. Фанчесты 5 штук. Одна сумочка такая.
5 бугимена. Сундучков дотащили. Ну, 3 таких сумки. Ну, давайте откроем. Ну, 30 командоры тоже. Почему бы и нет? Ничего себе лазуликс выпал. Прям осколками сыпет. Ну, тут единичка будет однозначно. Да, хоть тут угадали. Так, ну что у нас? Копятся опять же ресурсы. У себя целых 16 ККГ-шек натащили. Ну, неплохо. Не знаю я, что по кулакам. Как видите, они у меня здесь. И так уже в перелимите. В общем, ребят, как-то так. Вот такой вот пиратик, который реально радует. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите видоса уже с прокачанным лазуликсом. Всем удачи, всем пока.